Так, привет всем. Всем добрый вечер, чи день, чи утро, чи обед. А ну, соберись, что такое? Много. А, во, не, во. Так, у меня сегодня обновка, вон, смотрите, такие семь хулиганов суматранских. Оно, о. Бачите, оно. Я так понимаю, что эта рыба такая, их стресс не берет. То была серая, короче, у них полоска. Сейчас уже черненькая, все хорошо. Они тут как свои, как будто тут и жили постоянно. Сегодня был в магазе, видел северумов. Краснополосых, по-моему. Чи какая-то она, чи красная просто называется. Размер не такая, как моя огромная. Ну, такая, как моя, вот если только без хвоста, без плавников. Это общий размер у тех, поменьше. Моя вообще кабаниха. Стоит 500 ре, цена, конечно, космическая. Ну, нельзя было сюда ее покупать, потому что с продавщицей так поговорили. Они тут сразу хозяйками себя почувствуют, и они поклоцают все, что тут есть. Так она одна сама сидит, и она никого не трогает. Ей хватает, ей нормально, все хорошо с ней. Не мешало бы водичку сегодня поменять, но поменяю завтра. Нет у меня отстойной воды такого количества. Надо вот мне сейчас сегодня сделать подмену вот в этом аквариуме у самого малых. Тут у меня добавилось еще 7 гупешек. Та, что сидела когда-то в отсаднике. Но я ее высадил, она, кажется, поражала там. И вот, ну, тут один вижу такой вот вертикальный, такой плавает. Его надо убирать, потому что это с него толку не будет. Есть, вон он, видите, вон она, вон. Даже не один, а два их. Вот это их убирать. Они только будут хавать, и толку от них не будет никакого. Это уже рыба не годится. Вот она, одно плывет, вот это чудо. И вот второе, вот это вот чудо, вот вертикально так. Вот, вот, он, вот, 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 вот. Вот этих надо скармливать куда-то. Так, что касается хелен. Сегодня я поменял 4 хелен на креветку в магазине. Значит, мне показали, как выглядит икра хелен. Оказывается, это у меня на мху тут было. Я мох ложил сюда в отсадник. Думаю, что это за фигня там? Думаю, не икра, это коридор, а что это за хрень была? Как чего? А это была улиточная, оказывается, икра. Но я-то его сюда назад переложил. Ну, а я вот вчера пылесосил. Тут, если она даже и была маленькая, то я ее, короче, нету. Теперь я хоть буду знать, как выглядит икра хелен. Теперь надо поменять воду вот тут. Сейчас накипятить воды 3 литра. И еще литров 5 сюда добавлю такой чистой своей мягкой. Потому что буквально со дня на день они должны снова дать икринку. Я так надеюсь, рассчитываю на это. Так, далее, далее, далее. Попедалили мы далее. Что тут у нас? Тут у нас, наконец-то, сейчас дойдут у меня руки до цихлит. До окоряда моих. Вон, видите, она меня узнает. Все. Сразу до окна. Тут уже почернел аквариум оно. А, вон там он почернело от цвета. Но это от цвета. А тут видите, как все четко. Тут ни наростов нету. Ну, нарастает вот тут зеленка, но это ерунда. А вот на стеклах тут ничего не нарастает вообще. А тут нарастает. Наверное, из-за избытка света. Попробую, если как настроение. Сейчас есть у меня там такая ленточная диодка с холодильника. Может, вот сюда ее вот сюда ее где-то тут вот пришпандерить. Ой, как раз она у меня на вот эту вот планочку. Она вот сюда и сядет. Ну, чтобы она не мешала, не слепила тоже. Так, вот сюда надо воды чуть-чуть добавить. Отстойной. Он сумасшедший, уже меня выглядывают, уже есть хотят, ребята. Артемия тут, ну, тут на изготовке уже должна быть вот готова она сегодня. Эти ничего мне не дали. Крутят тот пенопласт туда-сюда, ничего тут нет, только объедают меня. Мотыля не купил бы дорого. 300 рублей полкило, 400 грамм. Вот так вот, короче, вау. Цены просто жесть. Моя банда это вся съедает за день. А, значит, тут у меня был пакет, я его взвесил, там было 150 грамм мотыля замороженного. Вся вот эта команда съела за день все мои рыбы. В общем, понимаете сами, да? Дороговасенько будет. Кстати, надо им помпочку включить. Можно им включить, хай побегают перед едой. Хай побегают перед едой. Вот эту малышню я кормил сегодня. Кстати, давайте на них посмотрим. Вон, есть, поприлипали, растут. Эту я покормил, потому что не было Артемии у меня на утро. Я их покормил. Ой, правда. Да, спасибо.
Буду, конечно, не дождутся. Подпростыл сегодня, подзамерз для отца. Была на это причина. Не буду рассказывать все, почему. Холодно на улице, мороз. Так, ну есть они, вот они тут прыгают. Ой, сейчас опять чихану. Да, красота. Короче, вот они плавают, покормили горчицей. Ну, это золотая рыбка стартовая. Бо у меня многие, что действительно, ты горчицу сухую даешь. Спрашивают, чуть-чуть не понимают иногда юморца. Есть такие чуваки разные. Так, и этих, соответственно, я утром, вечером эту всю бандерлогов, этих маленьких шлёциков кормил сухарем горчицей. Так, а где они вообще все есть? А ну, где они тут все? Ну вот они. О, цвет начинают набирать. Розовеют, я смотрю. Да ёлки-палки, извините. Так, это у меня на голодняке сидит. Она еще до завтра будет не кормлена. А вот эту, где она там, лировидная белая велифера, надо пересадить будет сюда в скатку. Так, вот еще мои новые жители, 8 штук. 4 зеленых тернеции и 4 вот таких розовых. Вон они розовые. Так, уже я знаю. О, вот этот больше, это самец. Потому что я их когда выгружал из сачка, он крючком зацепился за сачок и висел, за нижний плавник. Это означает, что это самец. Это 100% вариант, проверенный. Это мне дедушка так подсказал проверять тернеции. Говорит, 100%. Самцы цепляются крючками. Вот он вышел на нас, вот он. Вот он. Вот это самец. Он тут как... нет, вон он. Вот этот большенький, вот этот. Вот это самец. Это стопудово. Вот я его хочу попробовать. Вот тут когда у меня техтилиха стреляла? 6-го. С сиренькой. Ну вот ее надо, вот она уже, видите, пузо набирает. Надо будет ее пробовать уже с тем зеленым свести. И синяя, мне кажется, это все-таки самочка. Вы видите? Пуздренки. Ну она такая пуздренька, а у этой пузо и не видно. А это все-таки, я думаю, самочка. Хоть и синий самец оплодотворял мне, кого он выбивал? Техтилуху выбивал мне. Синие все равно желтые получались. Хотя в этот раз я не помню. По-моему, помаранчевый выбил. Но тут они вроде как бы на вид, видите, зеленые чи желтые. Так, ну в общем все. Вот тут надо поотлавливать. Ну я не знаю, хватит мне терпения или нет. Короче, снова надо бошку эту убирать или поменять. О, я возьму ротор, поменяю. Резинки там, дырки в резинках. И вот резинки соскакивают и поднимаются вверх по ротору. И он перестает работать. Это голова. Так, 748. Так, а что тут с Артемией у меня? Ну, посмотреть внимательно. Вот так вот. А ну-ка. Есть тут... Аулафорус, я только что заметил. Сейчас посмотрим. Не, она вот, наверное, только-только в процессе. Ну, к вечеру должна быть. Блядь. Градусник упал. Показывает, это температура у таракана. Вон у меня тонул уже раз 5, а то и больше. И нормально работает. Достал быстренько его вовремя просушить и все. Батарейку вынять с него. А вы видели шортец мой? Смотрели прикольный? Как я сюда... Я же вот этим сюда поставил. Вот ту свою ультрафиолетовскую лампочку. Но я его сильно длинный закачал. Бля, они тут расти как стали быстро. Прямо на глазах. О, прикол какой, да? Они сразу сейчас донюхи в стаю, сразу шух и начнут гоцать стаей. Ай. Фух, вот это да, что-то меня подкосило. Капец. О, смотрите, красотень какая. Красотень, короче. Так, ладно, включаю. Я вот смотрю, аулафорус есть. Гляньте, какие колбасы аж. Да? Хорошо, сам сегодня похаваю даже. Наверное, я сейчас им покормлю у тех своих пыциков. Я имел в виду сомиков, молодых у тех. Ну все, лайкосик ставим. Спасибо. Дизлайкосик 2, спасибо. Подписочка 3, спасибо. Обнял, приподнял. Мир, дружба, жвачка, всем пока. Бля, гупера тут явно, они начинают краснеть так начинают. Но это-то чистые гупешки. Это чистые красные, это тут без никаких эндлеров, шмендлеров, без прострелов. Они у меня вот отдельно живут там. И смотрю, они тут так, они пошли. Ну вот это, видите, красные хвосты, вот это самцы будут. Самцы быстрее всех начинают окрас брать. Ну это хорошо, я себе оставлю с десяточек на производ. Все, покедово. Как раз 10 минут.